Проверка пунктов проведения единого государственного экзамена на предмет соблюдения требований санитарной безопасности стартовала в Подмосковье. В этом году в Одинцовском округе будет оборудовано 14 пунктов. Их оснастят бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, индивидуальными средствами защиты. Во избежание очереди вход на экзамены будет по графику. Еще одно важное требование – специальная рассадка выпускников в шахматном порядке.